Сейчас что происходит? Кувыркать надо. Тур у нас интересный довольно-таки. Понравилось, трудной трассы. Ну, на нем кутик. По ним ехать еще хуже. Твоя врела брезква у хеланка мачека. Не могу я уберем пузека издалека. Провалился. Не надо на снегоходе ехать сюда. Всем привет, ребят. Мы сегодня... Мы едем за бензином. Ребят, всем привет. Это чувачок решил блок первый себе сегодня отснять и не может сконцентрироваться. Мы едем с папой заправляться, а потом поедем на снегоходах. О, красавчик. Здрасте. Здрасте. 50. Первое. Ну что, ребят, собрали мы наконец-то готовочку на бульдокере. Вот она, дорогая наша, готовочка. Поедем? Да! Мне поможет сегодня кто? Вы готовы уже к подвигам? Мы уже с утра готовы. Ты чего, готов? Нет, мужество там. Здесь просто полянка. Ну как вас здесь? Давай селфанемся. Тут, видать, огород сделали. Давай домой возьмем грабли. Это чего? Будешь копать. А как мы ее отнесем? А? Как мы ее отвезем? Привяжем. Давай блог видео уже рассказываешь что-нибудь. Я страшный зверь, глухаю зайца, на башке горшок, а в кармане пирожок. Вот такой я страшный зверь. Мой папа, ой, я мой додыр, а мой папа чергарыг. Чергарыг? Да. Вот это хорошая песня. На. Ну ты чувачок даешь. Куда дальше поедем? На речку поедем. Ну что, друзья, поднялись мы сейчас на первую горочку. Вон там виднеется разрез наш Никутугулевский. Яма довольно-таки здоровая. Видно ее издалека. С нами сегодня барбершоп Сантила. Где-то, видать, опять сугроб залез. Учится. В прошлый раз мы здесь проскочили довольно-таки быстренько. О, кто-то едет. Ну что, Санька, как настроение? Прекрасно. Я забурился. Да там был момент. Сейчас нам надо добраться до ручья. Ну что, друзья, доехали мы до ручья. В прошлый раз я здесь утонул. В прошлый раз я закопался, туда не попал. Вот эта дорога идет вверх, идет на скалу. А мы в прошлый раз
ушли на ту сторону, чтобы найти новый маршрут. Мы сегодня, конечно, туда уже не поедем. Стартанем в сторону скалочки. Сейчас до перекрестка доедем, там развернемся. Викингом туда обратно. Топтанем путик. В общем, пока прокладывал путик, я в прошлый раз ехал и держал ровно в дорогу, и меня на бундокере скинуло сюда. Сейчас меня подкинуло на яму, и я ушел сюда. На утилитарнике тоже интересно управлять. Я катался по пухлому снегу и по таким местам ни разу не ездил. Немножко другая манера езды, надо дорогу по-другому читать. Я привык на газе идти, а тут надо не торопиться. Надавил на газ, и, соответственно, меня туда снесло. Дэн, я тут рядом! Не надо на снегоходе ехать сюда! Ну вот, потихонечку, как в гору идем, еще копаем по очереди все. Походу, кто-то уже до нас копал. Немножко не вышел, потому что была пониженная скорость. Не хватило оборотов, и он орал, а не ехал. Хо-хо! Ну ты как, Сань, Отлично, устал так немного. Мы барбершопить будем сегодня? Конечно. Сава! Сава! На эту сторону Сава! Сюда! Сава! Ну что, друзья, уже 16:30. Потихонечку прорываемся. Охота, конечно, разбить этот весь пухлый снег, который здесь на дороге. Но нам надо сейчас набить прежде всего тропу, чтобы завтра было быстрее ехать по туру. Еще название туру не придумал. Либо веселый, либо придирчивый, либо актуальный, либо изменчивый. Друзья, если есть у вас идея, как назвать нам какой-нибудь тур, напишите в комментариях, пожалуйста, и будет классно. Так что подписывайтесь на нас, ставьте лайки. И будете в курсе всех наших движух и событий. А я вам сейчас покажу луну, а то солнце. А сейчас что происходит? Скорее всего, прошел сперва буран, потом прошел лыжник. Сделал маленькую узкую колею. Неудобно ехать, приходится постоянно идти ходом. И кто сзади едет, им еще тяжелее. Траектория движения уже совсем не та. Тем более здесь, смотрите, уже настик образовался сверху. Лыжник. А вот хоп, буран, солнце, луна. Провалился. Дэн, там уже, я слышал, поезд. Здесь, получается, уже железка где-то, да, идет. Да, рядом, а вон Денисовки уже, отвалы видно. А, это Денисовский отвал? А там, получается, разрез. Сейчас, если стемнеет, то будет видно нашу Нерюнгринскую, Останкино. Поехали, ребят, дальше. Уже 17:00, мы начали спускаться, были распадка. Где-то сейчас выйдем на скалку. Ребята там копают. Сегодня на термометре уже показывает -33. Не сказать, что так чувствуется морозец, потому что нету ветра, скорее всего. Прям чувствую себя замечательно. Что еще радует? 17:00. Еще не так темно. Начало февраля. Йоу! Ниндзя, кому? Выехали мы на речку, проехали мы 26 километров, где-то мы отсюда отъехали километров 15. Смотрите, следов еще нету, никто здесь не катался. Доедем до скалки и уже тронемся домой. Ну вот, друзья, добрались мы до точки и до главной.
Это скалка наледная, как Дэн ее прозвал, непонятно. Ну прикольненько здесь, красиво. Я ее до прошлого года не видел. Ну, ладно, пьем чаек и прям домой. Сегодня 6 февраля, и мы решили прорваться все-таки на нашу, на наше говно, как сказал Семен. Вот этот чувачок даже катался с нами. Сегодня у нас минус 30, туманчик, но самое главное, ветра нет. Точно. Сейчас едем, переодеваемся и прем. Всем привет! Ребята, мы сегодня с папой и со мной мы поедем в новый тур. Мы вам не покажем, мы вам снимем. Мы вам не расскажем, а покажем. Семен, ты будешь одевать защиту? Нет. Почему? Не знаю. Одевай. Без защиты никуда. Мы сначала через горнолыжку, да? Угу. А потом новый тур. Куда забрался наш этот проводник? Сусанин. Сусанин, да. Это же надо было так ходовку испытывать. Забрался. И теперь обратного хода нет, как кувыркаться назад. А где? А вот он. Ну, что значит опытный человек? Знает, что делать? Кувыркать надо. Так он не карбюраторный, он же этот... Этот инжектор. Ну, блин. Тяжело одному, но... Ну надо. И сегодня новый тур у нас. Такой интересный довольно-таки. Тут народ пробирается, капец. Нашли распадок четкий. Прям классный. Ждем вас в новом туре. Выезд надо с утра делать, чтобы к вечеру вернуться. Вот до сих пор еще и полпути не проехали. И не знаю, когда вернемся. Все закапываются. Сема, ты закапываешься? Нет. Че? Я потом косую, он падает. А ты на сторону переворачивал? Да. Выкопать надо лыжу, чтобы выйти. Сейчас мы за нее дернем. И пойдешь. Да, тут все позакапывались. Непредвиденные обстоятельства. Пойдем, скорее всего, сейчас по распадку. По трассе Бурановской идти просто невозможно. Не сбиваешься. Ну как настрой? Понравилась трудность трассы, много снега, много впечатлений, хорошие проводники. Да. Это главное. А? Это главное. Это самое главное, да. Он снегоход мне понравился. Да. Ну поехали дальше, а то уже темнее, да? Красиво видно, да. Давай. Красивее. Ну что, Денис, как настроение? Боевое. Давай! Красавчик! Давай туда! Мы шли вот здесь.
вдоль распадка и шли по Бурановской колее. По ним ехать еще хуже, чем просто по снегу. Семка сегодня молодец. Понравилось? Катился? Закапывается. Закапывается. Да, друзья, сегодня у нас экстремальный тур. Пробирается уже 5 часов. 5! Сёмка, как ты? Фу, ребятки. Ну чё, 19.00 мы приехали. Сейчас 19.30. Приехали, согрелись, попили чайку. Сейчас хочу посмотреть, сколько всё-таки у нас получился километраж. 45 километров. Ну, нормально. Тур мы еще не придумали, как назовем, поэтому ждем от вас название. Охрененный приз. Да, какой приз? О. Счастливый приз от Ledotex будет. Классно. Всем понравится.